А вы знали, что настоящий страстный поцелуй вызывает все те же химические реакции в мозгу, что прыжок с парашютом или выстрел из пистолета? Здорово, любители острых ощущений! Сегодняшнее разоблачение лайфхака посвящено тату. И вот такой лайфхак мне удалось обнаружить. Ну как вам, ребята? Для меня это показалось необычайно каким-то тупым, наверное, изобретением, которое только могли сделать люди. И мне кажется, что этот лайфхак не работает. Для чего мы и собрались сегодня здесь, чтобы это проверить. И для начала мы сделали вот такой вот рисуночек, распечатали его на принтере, как показано в этом лайфхаке. Кстати, просто с интернета вбивайте в интернете рисунок какой-либо там эскиз татуировки, и вот он вам появится. Так, второе. Нам понадобятся ножницы. И первое, что мы делаем, мы вырезаем, как в этом лайфхаке, этот эскиз. Не обязательно аккуратно, как нам это показали. Но это не точно. Я так понимаю, для того, не для того, а для удобства. Так, теперь берем какой-то одеколон, ну или духи, и наносим на сторону, где у нас, собственно, есть рисунок сам. Да, кстати, еще нам понадобится блюдечко с водой. Та-дам! Не смешно. Так, что мы делаем? Мы наносим одеколон на эскиз. Опять же, лайфхакеры не говорят, сколько наносить, насколько оно должно пропитаться. Ну, поехали, короче. Показано много. Короче, я нанес столько, что он аж стал просвечивать насквозь. Капает вот с него все. Ну и кладем его рисунком кверху, как и показано в лайфхаке. И держим его 2 минуты. Он начинает у меня тут загибаться. Чтобы было виднее, наверное, как-то надо. Но если этот лайфхак получится, я своей жене прям сет Годзиллу заказываю. Вот такой вот здоровенный, на 3 килограмма. Отвечаю, потом в истории будет. Но только если получится. Он не самый говнястый. Я его не придумал вообще-то. Его люди придумывают. Спустя 1:37. В местах, где вот не во всех, а в некоторых, куда вот наносили одеколон, просто начинает как будто бы растворяться, я не знаю. Ну, блин. Очень похоже на правду, но я не думаю, что он перевернет. Если хотите... Так, барабанная дробь. 2 минуты прошли. Наносим. Теперь там говорится, как нанести одеколон на руку и положить рисунок. Так мы и сделаем. Опять же, не говоря, сколько наносить. Ну, вроде там пшикают же совсем немного, но давайте мы побольше, чтобы мы же для достоверности. Куда он будет у меня вот сюда наноситься? У меня всегда такое лицо, когда что-то делаю. Полотенцем дожимать.
Сколько примерно? Еще побрызгай духами. Похоже, когда в детстве вы покупаете жвачку, помню, у нас такие были, и когда клеишь, ты смотришь, чем вот больше намочишь эту переводку, тем она лучше наклеится. И вот момент вот с этим похож. Ты вот так вот чуть-чуть загляни, посмотри. Да нет! Да ну нет, не-не-не-не-не, не может такого быть. Итак, дамы и господа, барабанная дробь. Готовы? 3, 2, 1, погнали. Жесть, да я в жизни не поверю, где Масленников, где, как он проверял это? Да не, ну смотри, ну, блин. Охренеть. Да не, да как так-то? Вот она, ну целенькая. Ребят, я сдаюсь. Я беру свои слова обратно, да, что когда-то на некоторых лайфхакеров нагнал там ерунды и сказал, что их лайфхаки там дебильные. И в частности на этот, в начале ролика, я сказал, что он такой же дебильный, я в него не верю. И теперь я должен жене Сет Годзилла. А я уже забыла. Да нет, да... Вы понимаете, что... Я до сих пор не могу поверить. Я не знаю. Я видел у Димы Масленника это разоблачение лайфхака. Ну, блин, Димон, привет. Я не знаю, как ты это проверял, но у меня все получилось, брат, смотри. А может набить такую? Кстати, пишите, если мне вот такая татуха заходит, и я прям, может быть, я ее набью. Все это будет, конечно, в Инстаграме. Так что подписывайтесь на Инсту, там все движухи, все будут какие-то новые фоточки, видосики и все тому подобное. Ну, ребят, я аж вспотел, да я заволновался, да как так, да не может быть. Я вот сижу, и я не верю, как будто я себе Ламборджини купил. Жена говорит, мне тоже перейди. Короче, друзья, на этой очень крутой нотке, на вот такой вот замечательной, четкой нотке, я хочу закончить проверку этого лайфхака, поставить ему огроменный плюс и сказать, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, не проходите мимо, пишите комментарии, не знаю, ставьте лайки, делайте все, что в ваших силах. Вам это не сложно, мне приятно. От души ваш Валдис. Всем пока.